Ну что, и снова здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. Вот такие у нас сегодня сокровища. Я вам покажу. Поехали. Камни у нас сегодня самые, вот что называется, незамысловатые, но в каждом из них есть своя изюминка, есть своя красота. Агат Турителла. Смотрите, пожалуйста, вот эта красота с частицами ископаемых моллюсков. Смотрите. Это все раковинки кругленькие, которые окаменели и которые вот так были разрезаны нашим замечательным мастером Романом. Значит, все, забыла сказать, все изделия у нас сегодня от мастера Романа. Итак, агат Турителла. Вот такая ископаемая красота 17 размера. К нему серьги. Вот такие, смотрите, тоже серьги с ископаемыми моллюсками. Стоит это сокровище 3600 рублей. Комплект. Кахалонг – очень нечастый гость в наших показах с вами. Вот камера выпендривается. Посмотрите, он высокий, двойная шинка, и размер у нас 20-й. Замечательный размер на замечательную ручку. Вот так. Стоит это счастье 1900 рублей. Следующее. Вот такая яшма. Смотрите. Обратная сторона. 18-й размер. И вот такая, ну, не очень высокий камень. Не очень высокий. Вы знаете, я бы сказала, даже вот что-то из сюрреалистов. Вот. Так, этот комплект стоит 3250 рублей. Относится она к леопардовым. Ну, насколько леопард, можете судить сами. По мне, так, наверное, картины современных художников. Вот такой леопард у нас сегодня есть. Обратная сторона. Размер тоже 17-й, наверное, больше его, ну, никак. По крайней мере, я на 17,5 его не натяну. Вот такой леопард, тоже невысокий, с серьгами. Стоит 3250 рублей. Вот так. Далее у нас с вами радусит. Вот кому не хватило, сегодня пришли с избытком. Красота. Вот, вы знаете, шелковая поверхность. И он еще и играет, и вот подобно чароиту еще и переливается. Вы знаете, и рисунок меняет. На ощупь шелковистый очень камень. Вы знаете, каждый камень, он вот разный на ощупь. Обратная сторона, размер 18,5. Стоимость его 1700 рублей. Вот так. Значит, к радуситу есть вот такая брошь. Можно комплектом, тоже стоит 1700 рублей. Вот такая красота. Очень интересная полировка, смотрите, получается камень пористый и вот такие маленькие, как черточки. Посмотрите, вот я показываю, как волночки такие. Вот так. Значит, брошь, смотрите, вот она. Вот так это все у нас. Форма маркиз, 1900
1700 рублей. Повторяю, можно вместе, можно отдельно, без разницы. Вот видите, у нас и брошки появились. Вот так, глядишь, до браслетов доберемся потихоньку. Так, еще один радусит. Вот такая красота, смотрите. Вот он. Тоже меняет рисунок. Давайте я, наверное, вот спецэффект. Во, видно, смотрите. Вот он, красавец. Обратная сторона. И размер у нас 18. Значит, это... Ой, сбила. Все сбила, все пропало. Смотрите, это у нас комплект. Вот так. Значит, серьги не тяжелые. Кому нужно будет, я... О, красота. О, показывает всю свою красоту. Итак, 3900 рублей стоит комплект радусит. Реалит давно не было. Вот так вот. Вот такая вулканическая порода у нас. 17,2 размер. Тоже не смогу даже померить. Вот так. И к нему вот такие сережечки. Смотрите. Вот. Вот так. Значит, реалит стоит 3250 рублей. Так, далее. Серьги змеевик у меня. Смотрите. Кто просил к колечкам серьги, смотрите, со следой. Переливаются, вот они, вот. Играют и переливаются. Значит, размер хотела вам показать сережечек. 6 сантиметров от места прокола. И ширина камня 13,5, ой, простите, 3,5 сантиметра. 6 сантиметров на 3,5. Стоимость их 1950 рублей. Еще пара, тоже змеевик у нас. Вот, тоже переливается он со слюдой, вкраплениями. 1950 рублей. Серьги не тяжелые, пластинки тонкие. Так, и остались у меня две леопардовые яшмы, я имею в виду серьги. Вот такая красота. Ну, серьги, конечно, просто красавцы. 2600 рублей, смотрите. На петелечках. Вот так. И вторая пара немножко в других тонах. Вот так. Красавицы. Просто. 2600. Итак, второй ряд. Давайте с вами тоже условимся. Первый ряд будет и второй. Поехали. Второй ряд. Перит в породе. Камера, как всегда, выпендривается. Красота необъяснимая. Вот так. 18,2 размер. К колечку сережки. Вот так. Перитовый комплект 3600 рублей. Яшма, леопард, серьги. Ну что вам сказать? Вот нет у меня слов. Вот посмотрите на эти... Вот я бы сказала, ноготки. Или календула их еще называют. Ну вот другого я, другое просто ничего. Или, знаете еще что, одуванчики. Вот. Эх, 2600 рублей. Одуванчики или календула. Или вот кто что увидит, вот то и будет
носить. 2600. Еще леопард. И еще вот такая красота. Леопарды сегодня, ну, только что не рычат. 2600 рублей. Следующий. Вот такой маленький комплект Господи, забыла, как называется. Сердолик. Выскочила. Простите, пожалуйста. Вот так на ручке. Это для тех, кто не носит большие, крупные украшения. 19 размер. Значит, я его могу сделать чуть меньше. Может быть, 18,5. Ну, больше, думаю, вряд ли. 19 размер. И вот такие к нему серьги. Значит, оставляла я этот комплект себе. Но так как пришло серебро от мастера Романа, значит, швензы здесь серебряные поставила. В общем, так, вот этот комплект стоит либо с простыми швензами 1500 рублей, либо с серебром, вот как я поставила для себя, 2000 рублей. Могу и так сделать, могу и так. Понравится, пожалуйста. Тоже давно просили серьги аметист. Так, как бы вам сейчас показать на просвет? Во! Вот так они будут у вас на ушке. Сейчас вторую покажу сережечку. Во! Вот это красота! Вот это да! Значит, сережечки у нас сразу длину говорю. Почти 5 сантиметров на 2 сантиметра. Стоимость их 3600 рублей. Дюмортьерит. Очень редкий минерал. Показываю со спецэффектами, потому что так его не покажешь. Вот такая красота у нас, смотрите, и размер 19. Дюмортьерита у нас, ой, все упало, значит, кому-то понравился. Вот так, значит, не дешевый, ну, так как редкий, 5900 рублей. Вот такой набор у нас. Розовый агат. Смотрела его, смотрела. Для себя, ну, наверное, все-таки так. Что ж у меня с настройками? И так смотрела, и так смотрела. Конечно, ну, шикарный набор, что там говорить. 18,5 размер. Вот так. И вот такие шикарный набор. Очень яркий набор, посмотрите. Очень яркий. Стоимость его 3250 рублей. Все у нас не зельбер. Так, агатовые серьги. Было у нас с вами очень много агатов колец. Ну вот мастер услышал. Вас, вернее, я услышала вас, мастер услышал меня. Итак, 3000 рублей агат серьги. Еще серьги, посмотрите, какие. И еще 3000 рублей. А вот этот гость у нас вообще нечастый. Так, как бы так его показать? Название ему Петерсит. Вот кто за ним гонялся, смотрите, играет. Видите? Вот он. Вот. Вот такая красота. Размер 18. Вот так на ручке.
Эх, попродавала я, когда организовывала канал, попродавала я свои шикарнейшие петерситы. Ну, я думаю, что Роман сделает мне еще. Ну вот, а я за это, зато с вами делюсь, видите, вот такой красотой. Значит, петерсит у нас 4500 рублей. Вот так. Посмотрите, пожалуйста, серьги у нас тоже пухлички. И тоже... Вот они, видите? Вот такая красота. 4500 рублей. Так, следом идут агатовые серьги. Слов, конечно, нет. Все, что угодно можно здесь увидеть. 3000 рублей. Еще серьги, еще агаты. Вот вы знаете, пожалуй, единственный минерал или камень, который принимает вот своего владельца таким, каков он есть, и не пытается его исправить или как-то улучшить. В общем, не пытается вмешаться в его характер. Смотрите, как играет. Смотрите. Вот. Или судьбу. Это агат. Очень мягкий, очень лояльный в отношении своего хозяина. Серьги, ну что, слов нет. Просто нет. 3000 рублей любая пара сережек. Ну и завершает наш сегодняшний показ тоже по многочисленным просьбам серьги Сердолик. 2600 рублей. Показываю их вот так. Показываю длину. Сережечки 3,5 сантиметра. И, в общем-то, не тяжелые, не, ну и на 2 сантиметра. 3,7 на 2 сантиметра. Не тяжелые. Значит, на ушки будут у вас вот так показываться. Видите? Вот, сердолик – это разновидность агата. Ну, вот такая красота у нас сегодня. Итак, на этом все. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Смотрите, наслаждайтесь, отдыхайте. С вами была Татьяна.